Сегодня у нас будет открытие сундучков. Значит, естественно, не вот этих, которые у меня бесплатные, а сундуки фортуны. Я уже показывал, что у меня в сундуке фортуны есть темный принц. Обидно, что только одна карта из моей колоды. Я бы мог подождать, когда будет выгоднее сундук фортуны, там две карты из моей колоды. Но, честно, единственная карта, вот это принц, которая у меня реально сейчас, ну, слабо прокачана. Голем у меня уже доступен на 7 левел, зап на 13 доступен. Вот это все, короче, прокачано, кроме темного принца. В общем, предлагаю сегодня его на 7 уровень поднять. Больше мне он не нужен. Ну, прокачаем и пойдем, возможно, в одну онлайн-каточку. Подпишись на канал, поставь лайк и нажми на колокольчик. Так, надеюсь, вот лагать не будет, а то что-то подтормаживает, я вижу, у меня R-сервер. Поехали, друзья, поехали. Так, это еще мне бандитка будет падать. Так. Просто, как меня бесит, когда падают не те эпические карты, которые мне нужны. Ну, точнее, те, которые не в сундуке фортуны. Отлично, принц. Хотя бы даже на 6 уровень поднять. Вот знаете, почему он мне нужен? Вот когда я играю на этом аккаунте, я сейчас вам покажу просто, как у меня начинаются поединки. У меня начинаются поединки, вот посмотрите. Ну, я не буду их включать. Вот, смотрите, элитные варвары. Вот они еще. Вот они еще, вот они еще, и вот они, и вот они, и везде они. Я как бы, ну, на тему элиток, ну, тонко к этому отношусь, типа, ну... Чё, лего пацаны, да? Нихера себе, 5 карт. 5 карт, да, это лего. Или нет? Да, это лего. Мне как-то на элитных варваров плевать, но когда в начале поединка их сразу выбрасывают, да, или когда я сборщик ставлю... Мой темный принц вообще не справляется, а больше эликсира у меня не хватает. Поэтому вот бандитка, отлично. Поэтому то, что темный принц у меня будет уже там 6-7 уровня, это замечательно. Так, ну что, давайте его сразу прокачаем, чтобы я понимал, сколько мне еще карт. Хорошо, так будет проще ориентироваться. 15 штук сборщика за 1500. Да давайте, а чё бы нет. Поехали, следующий сундук. Так, так. И, честно, мне даже плевать на леги, мне самое главное темный принц. А так, королевский гигант и темный принц, замечательно. И следующее, наверное, уже открытие будет, мне придется еще закинуть кучу гемов, потому что, ну вы видите, у меня гемы уже заканчиваются, и при этом, что я еще подкидывал гемы на этот аккаунт, то есть... У меня было всего 100 тысяч гемов, потом я еще 40 закинул, потом еще 28, и еще заказал 28, буду закидывать, но, пацаны, просто жесть. Поэтому, блин, придется мне реально еще копеечку закинуть на аккаунт, потому что, ну, я думаю, 1050 еще, потому что на 8 уровень, сколько раз я сказал слово «потому что»? Ой, как хорошо мне повезло, что выпал обычный принц. Кстати, капец, осталась почти ровно половина, и он у меня будет 8 уровня. Вот это, пацаны, будет вообще шикарно. Поехали дальше. Так, хорошо. Ай, охотник. Так, королевский гигант, хижина гоблинов и темный принц. Так, уже больше половины. Блин, гемы уходят, гемы. Хочется, чтобы они были бесконечно на твоем аккаунте, но, блин. Эх, да, много-много мы влили в этот аккаунт, но я сказал, что я настроен на этот проект серьезно. Еще одна лего. Ебой. Но нету такого, знаете, что вау, лего, типа, окей, падают и падают леги. Просто здесь они уже все доступны. Леги мне нужны на холдике. Вот там капец, там каждая лего мне очень прям... Я трясусь над ними, потому что они скоро будут там почти все 5 уровня. Так, осталось совсем немножко. И будет у меня принц уже 7 левела. Так, еще 7 штук. Еще 7 штук. Блин, 14 тысяч гемов осталось. Пожалуйста, давайте мне сразу принца, чтобы я меньше тратил гемов. Угу, хорошо. Суперселл так и хотят, чтобы я еще задонатил. Yes, все. Поздравьте меня. Но прокачивать я не буду его. Потому что я еще подумаю,
поиграю с шестым, посмотрю, как далеко я смогу зайти, а потом уже буду прокачивать какие-то карты, потому что, ну, блин, уровень назад уже не откатить, а опыт я лишний получать пока зазря не хочу. Я если девятым уровнем дойду до 4600, это, пацаны, будет вообще кайф. Ну, вряд ли, конечно, надо прокачивать до седьмых эпиков. Ну что, поехали, сыграем одну-две каточки, посмотрим, что же изменилось. Смогу ли я теперь темным принцем дефать элитных варваров? Что же это теперь за машина-убийца у меня будет? Ну, шестой уровень, конечно, не сильно я увижу разницу, но тем не менее. Так. Хижина гоблин. Неужели это пека? Ну, в принципе, я знаю, как играть против пеки. Так, пошел у нас темный принц. Хорошо. До сборщика бы докрутить колоду. Отлично. Выбрасываем мега-миньона. Сейчас, если мини-генератор... Ага, я понял. Окей, ставим сборщик эликсира. Интересно, шахтер будет или нет. Это вообще корги, лол. Ладно, пошел принц с разгона. Так, дзынь. Летит ракета. Мне кажется, ракета с опозданием. Точнее, мне не кажется, я уверен. Так, хорошо. Буду знать, что у него ракета. Готовим зап на армию скелетов. Хотя, мне кажется, он еще не прокрутился. И, скорее всего, он теряет башню. Да, теряет башню и еще потеряет призрака. Можно, кстати, подкинуть еще темного принца, так как я буду его мочить на трешку. Поэтому какой-то урон нанесу с помощью принцев. Так, сейчас поставим снова ракету, хотел сказать, сборщик. Вот. Да хотя нет, сейчас, возможно, коргик пойдет. А, ну все, окей, ставим тогда сборщик. Так, дальше. Что мы делаем дальше? Дальше надо подумать. Наверное, я не буду сейчас... О, господи, у него ракета и поизон. Вот больной. Реально больной. Как мне такие бесят, серьезно. То есть, ты вроде его и забайтил, да? А у него в итоге еще поизон был. Не, ну охренеть. То есть, у него сейчас ракета есть. Блин. А, ну понятно. Мозгов нету, поэтому мы его сейчас выиграем. Отлично. Так, пошел один принц, дальше пошел второй. Он коргига кидает, похер на него. Два принца как несутся. Так, зап, отлично. Ну все, джи-джи. Мне кажется, он даже башню не успеет забрать. Да, 100% он не успеет башню забрать, потому что тут такое на него несется, что ой-ой-ой-ой-ой. 13-е комонки на 4200. Хотя это, кстати, еще ладно, 13-е комонки. Давайте, хотя я вам показывал до этого, не знаю, обратили вы внимание на прокачку моих соперников или нет. Вот, ладно, это 9-й хок не будем. 13-е элитки, 13-й коргик, 7-я ведьма. Ну, у меня тоже 7-е эпики, ну, я-то, блин, доначу, прокачиваю, я дальше кубки опну. А они-то здесь сидят, ну, блин, то есть, я не знаю, тут был такой чувак, который с 5-100 слился, вот я сегодня против... Вот. 5-100, и он на 4-200. Не, ну нормально вообще, вот меня это бесит. Вот 11-й хок с элитками. Тоже вот чепуха, я не понимаю, что он тут делает, почему он сидит на 4-200. Ах, друзья. Ладно, у меня, в принципе, тоже прокачка веселая. Я тоже должен повыше сидеть, но я-то прокачаюсь, я однозначно поднимусь. Мне просто тяжело за счет башни короля. А так, я 100% поднимусь. Ну, давайте последнюю каточку, друзья. И все, в принципе. Не знаю, если ролик соберет сразу 15 тысяч лайков, прокачаю темного принца, голема, короче, всех по очереди прокачаем. Так, он выбросил молнию. Ну и что мне делать? Давайте темного принца выбросим. Торнадо, не знаю, использовать, не использовать. Давайте дракончика. Скорее всего, это хок. Хок, палач, молния. Блин, да, это хок. И, черт возьми, не получилось у меня сделать так, как я хотел. Ладно, зап. Ох ты ж, блин, ты посмотри, сколько урона-то, а. Вышка слабая. Да, этот бой могу я слить. Ставим сборщик. Сразу же, скорее всего, опять молния жахнет. Долбанет 100% слева. Да. Так, ну, каплю эликсира я получаю. Следующий вопрос. Как мне быть дальше? Мне бы сейчас опять его атаку отдефать.
Либо пойти сразу слева. Вот не знаю, вот как быть, что делать. Ладно, выбрасываем голема. Там 30 секунд до 2 нового эликсира. Если он сейчас слева хогом пойдет, в принципе, можно что-то придумать будет. До торнадо как-то прокрутиться. Я бы был бы очень рад, если бы он выбросил. Ага. Ну, здесь-то дракончик пойдет. Однозначно. Так. Отлично. Тут у нас темный принц. Ах, меня смущает то, что у него тоже есть торнадо. Вот это меня очень смущает. Так. Вот это сейчас хорошо было. Так, замечательно. У него бревной зап? Да ну не, ну чё, ну зачем? Так, сейчас неплохо. Смотрите, какой заход. Просто шикарный. Так, отлично. У нас нету торнадо, вот это обидно. Так, темный принц там немножко урона нанесет. Окей, ставим голема. Ставим голема, тут мега миньон. Давайте еще зап. Молния добьет, интересно, или не добьет? Хотя молния, бревно, зап добьет однозначно. Так, быстренько подтягиваем всех в торнадо. Побыстрее, побыстрее, побыстрее палача убить. Так, отлично. Ну, друзья, по-моему, я выиграл. По-моему, я выиграл, потому что у него эликсира на молнию сейчас нету. Вот. А на Хога, ну, Хога он как бы может, да, выпустить. Сейчас надо прокрутиться до второго. Так, торнадо. И победа! Фух. Вот это было интересно. Вот это было реально интересно. Вот против элиток неинтересно, а вот против таких очень интересно. Обыграть там что-то. Вот это хороший соперник был. Вот мы были равны по прокачке практически. Вот. Ну что, почти 4300, но я 4300 уже брал, моя цель 4600. Немножко вебка, что ли, подлагивает. Вот, в общем, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте, звоните на колокольчик. Ну и ждите мои следующие новые выпуски по моему твинку. Желаю вам удачи, хорошего вам всем настроения, до новых встреч и всем, ребята, пока.